Всем привет! Наступил 2016 год, и вместе с ним наступил розыгрыш халявной татуировки. В этот раз мы разыгрываем татуировочку размером 12 на 12, без разницы, будет она цветной или черно-белый. Все, что я смогу позволить себе сделать вам бесплатно, я, конечно же, сделаю. В этот приз еще входит крем для заживления вашей татуировки, крем анестетик, если вам вдруг станет очень-очень больно, и я сжалуюсь и смилостивюсь над вами, и намажем его на вашу ручку. Если вы сделали репост на свою страничку, все, что вам нужно, это сидеть на месте ровно и ждать определенного числа, и тогда будет розыгрыш, который будет снят на камеру, который будет транслироваться в Перископе, и наблюдать за этим розыгрышем, потому что в этот самый момент, когда идет прямая трансляция, сердечко так и стукает, и это забавляет, в общем, и поэтому вот все, и вот, как бы. Пользуясь случаем, хотел бы кое-что вам рассказать. В этом году я собираюсь снова ехать в Европу, и на это, естественно, нужны деньги. А чтобы их заработать, нужно работать. И поэтому я берусь снова за мелкие работы, за надписи. И как я накоплю определенную сумму, я перестану это делать. Поэтому у вас есть возможность получить не только большую татуировку, но и маленькую, и даже надпись, и сердечко. Но и бесконечность бесконечность, конечно, не, это выше меня. И я бесконечности не. Видео, наверное, это самое видео такое, к которому я вообще ни хрена не готовился. Не думал даже, что я буду когда говорить. И ничего не писал, просто так вот на бум снял его. И я надеюсь, что веселый я вам тоже нравлюсь, а не только серьезный. Это бригада. Это Саша Белый. Ладно, надеюсь, из этого что-то получилось, и мы с вами будем дальше дружить. Всех благодарю за активность в группе. Да, что вы такие общительные. Хочу сделать как-нибудь встречу с вами, с теми, между нами, потому что у нас даже свадьбы были в группе, и поэтому, чего бы нет, встретимся как-нибудь в каком-нибудь месте летом и потусим. Всем пока, спасибо, что смотрели, участвуйте в конкурсах.